Доброе утро, Нас. Доброе утро. Принести вам кофе? Сейчас не время для кофе. Я должна поговорить с командой. Шеф Фират уходит. Правда? Я пообещал вам, я говорил, что не оставлю вас в беде, но я не бросаю вас на полпути. Я уверен, что вы будете работать так же успешно, как и со мной. Но куда вы уходите, шеф? Предложение получше? Что? Разве я бы оставил тебя ради большой зарплаты? Это потому, что мы разозлились на вас в день конкурса? Нет, у вас было основание для этого. Это не связано с вами. Тогда не уходите. Вы мой кумир. Ты молодец. Вот это? Набор ножей будущего шефа. Это тебе. Спасибо, шеф. Только не завидуйте. Я обязательно подарю и вам подарки. Нас попросил вас уйти, шеф. Нет, я ухожу не из-за нее. Никто другой не сможет вас заменить, шеф. Слушайте, в этом бизнесе один человек не преуспеет. Все зависит от команды, а вы настоящие молодцы. И наши успехи совместны. Поэтому вы продолжите с блеском и без меня. Поверьте мне, все будет хорошо. Нет, шеф. Звоните своему шефу, если будут проблемы, и если что-то понадобится. Ясно? Да, шеф. Да, шеф. Договорились. Давайте. Фират. Мы можем поговорить? Пожалуйста. Спасибо, Кандемир. Приятного аппетита. Спасибо. Я слышал, вы уходите. Да. Возможно, на мое место придет человек, который умеет играть по правилам. Мы к вам привыкли. И будем скучать. Приятного аппетита. О чем нам говорить? Вчера ты сказала все, что хотела. У меня есть предложение. Я все еще помню об этой папке, но я хочу, чтобы ты остался здесь до конкурса. Почему ты так резко передумала? Настрой команды для меня сейчас важнее всего. Я не хочу жертвовать победой из-за наших взаимоотношений. Понимаю. Конечно, если ты все же хочешь уйти. Мне тоже не хочется оставлять ребят перед конкурсом. Хорошо. Ладно, я останусь. Но я не смогу быть здесь весь день, потому что мне нужно будет искать работу. Я останусь в качестве поддержки. Хорошо, договорились. Да, договорились.